2 января в УВД обратился саровчанин с заявлением о краже имущества из его квартиры по улице Бессарабенко. Знакомый заявителя воспользовался тем, что мужчина заснул, и в это время похитил телевизор марки Samsung стоимостью 35 тысяч рублей и другие ценные вещи. 8 января 2023 года в дежурную часть по телефону 02 поступило сообщение от саровчанина о том, что неустановленное лицо проникло в его автомобиль марки ВАЗ-2104. Припаркованный у дома 4, корпус 2 на улице Бессарабенко, откуда похитил имущество заявителя, а именно видеорегистратор стоимостью 10 тысяч рублей и документы на имя заявителя. 2 административных протокола сотрудники полиции составили за время праздников по продаже алкоголя после 22 часов. Относительно спокойно было в новогодние дни и на дорогах города. Сотрудники ГИБДД задержали одного водителя в состоянии опьянения, зарегистрировали 7 ДТП с материальным ущербом, пострадавших не было. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.